Не все студенты юридических вузов после получения дипломов пойдут работать в правоохранительные органы. Но познакомиться с историей полиции, понять, как работали сотрудники силовых структур 10 или даже 100 лет назад, им в любом случае полезно. Плюс к этому подобные экскурсии помогают сформировать у молодых людей более точное представление о своей возможной будущей профессии. Экскурсию для ребят ведет председатель Совета ветеранов и член Общественного совета Одинцовского управления полиции, участник боевых действий Александр Семенович Тарасов. Мужчина – это воин, всегда было, есть и будет, и который должен и обязан защищать свою родину, свою мать, своих сестер, братьев. И дороже нет ничего на свете, чем служить своей родине. Поверьте, вы со временем убедитесь в этом, потому что родина, она одна, и не может быть их ни две, ни три. В музее Одинцовского управления полиции множество любопытных и редких экспонатов и фотографий. История подразделения наполнена поучительными событиями и интересными людьми, безусловно, достойными внимания будущих юристов. Надо сказать, что экскурсия действительно вызвала у студентов живейший интерес. Честно говорю, я тронут. Вот на самом деле это вот чувствуется вот взаимосвязь с детишками, вот общение. Я разговаривал, они как бы вот стоят и слушают, и впитывают это. Нет, это не показное что-то. Это на самом деле тут как бы вот идет от сердца к сердцу. И вот эти моменты, они очень нужны. И в нашем музее, и в другом музее. Мы должны передать им то, что мы знаем. Мы должны рассказать им то, что у нас есть, то, что у нас какие-то наработки, то, что какие у нас люди. Значение таких экскурсий крайне велико. Это на самом деле часть большой работы по передаче младшим поколениям нашего национального исторического генома, без которого и отдельный человек, и нация в целом превращается в растение без корней. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».